Всем привет. Мы собрались, пойдем в боулинг с моей подругой, там еще может одноклассница подтянуться, пока нет комендантского часа, пока хоть что-то работает. Вот у нас на покраска, опять сейчас не светлый день, поэтому показать нормально не получается, но мы обязательно покажем. Я просто смотрю туда, потому что мы чуть-чуть опаздываем. Буду вам показывать по мере возможности, как мы сидим. Все, мы уже зашли, заказали такие коктейли Long Island. Я не знаю, как правильно он называется. И, скорее всего, будем отсюда переходить в какое-то другое место, потому что здесь вообще нет никого. Так, у меня сзади не снимать. Что, сколько? Ничего. Ноль? Молодец. Я 4. Я выиграю у вас. Сейчас Настя нарешает. Там 10 за всех. Я тоже. Нужно. Давай. Молодец. Вы вообще все не умеете играть? Это я здесь эксперт по боулингу. Вот это хватка. Сейчас страйк. Значит, давай, если у вас у всех будет по нулям, то я не знаю. А у тебя сколько? 4? Ну да, у меня 4. Пожалуйста, вот. Вот этот результат. Запомните, я выиграю. Запоминайте это просто. Докажу точку. Ой, Настя, ты что, нельзя раньше кидать? Так раньше нельзя кидать, если ты в ту фигню попадешь, когда-то попала. Так. 5:08:00. Сейчас кидает Анастасия, сейчас увидим, что получится у Анастасии. Давай, мы в тебя верим. Давай. Анастасия по пиву. Яна по Long Island. Я опять забываю, как называется. Стендап. Я не знаю тоже почему. Тут пока не позовешь, походу никто вообще не этот. Мне не нравится это обслуживание. А у нас, да? Короче, Яна сейчас сбила практически все. Сейчас еще, если одну собьет. Ну почти. Сколько теперь у нее? Сразу Аню почти догнала. Теперь у нее 9, а у меня 11. Какой ты кидала? Какой по цвету? Ты думаешь, это поможет? Да, он не кидал. Но они хорошо полезли. Яна, как вам игра в боулинг? Замечательно. Только идет разогрев. Все впереди. Да. У меня есть достойный соперник, но он пока меня не дооценивает. О, так нифига себе. Всё. Молодец. Ого. Ворвалась.
давай, уничтожим тут всех. Кегли. Ёлки-палки. Не, ну шанс был, но не фига. Почти, почти. Короче, все погнали. Ну все. Ой, быстро. Ну хоть немного догнали. Ну так. Пошёл. Да, это классно. Да. Алима, пиво. Это бланш, что ли? Нет, это Карлс. Опять мимо? Ничего, надо на вискром. Я поняла, как надо кидать. Я на тебя посмотрела, потом Яна так сделала, потом я. Ну, круто. Что, меня ищешь? О. Ого. Итак, подводим итоги. Итоги. Ой, извините. Давай, Яна, покажи всем мастер-класс. А ну, почти. Вот результаты, чтобы вы все понимали, всю ситуацию. После этого Настя сегодня выиграла в супермаркете Рос бутылку коньяка или рома. У нее был выбор выбрать стаканы, вареники, но она выбрала. Я думала, ты сейчас еще его туда куда-то. Ого. Но она выбрала ром. И стопочки. И стопочки даже? Да. Нормально. Ой, типа, свидание. Водка. Чисто алкашное свидание. Настя лидирует. Смотрите на результат. Я в шоке. До свидания. Результат. Что это значит? Да. А я-то думала, что я буду победителем. Но я буду победителем. Удачи. Нет. Нет. Попали в курилку, мне она вообще не нравится. Тут так воняет. Почему она такая маленькая? Ну да, вот мне не нравится. Надорвала. Настя ноготь поломала, а шар. Из-за него. Покажи, реально? Да, ну вот, да. Только вчера сделала маникюр свеженький. Чего? Надо завтра идти исправлять. Она сделает? Ну, конечно. Настя, опять ноль. Шесть. А, мне показалось. Такой вот у нас счет во второй игре. В первой игре выиграла Настя. Я думала, я была уверена, что это буду я, но оказалось, что нет. А тут все поломанное, все подставленное, все расстройство. Ему миллион. А Оля, ты старый. Я уже пишу свои маникюрчики. Молодец. Не спеши. Стой, не спеши, чё ты спешишь? В общем, вот, теперь исправить даже мой маникюр проблему, у нее нету времени вот. На это. Какая у нас вообще ситуация, ребята? Мне жарко. Мы написали в инстаграм страничку, Волин 24, по поводу караоке, работает ли оно. Нам сказали, да, работает. Будний день 450 гривен. Депозит на стол. На стол, не на человека. Сейчас нам говорят, что депозит на человека. Ну. А у нас насобиралось и так уже даже на и на человека депозит. Просто нам там чуть-чуть, допустим, не хватает. Но тем не менее, нам даже не предлагают просто зайти в караоке. Это ненормально. Мы очень расстроены. И сейчас, конечно, нам дадут какой-то ответ, но я не знаю, положительный он будет или нет. Ну, честно, настроение уже испорчено. Настя сломала ноготь. Ноготь. Потому что... Исправить его, ну, нет возможности, потому что она все время занята. Вот что мне теперь делать? Это все из-за него, потому что он вот так вот мне помахал. Я соскользнул в шар. Ну, ладно. Просто дело в том, что это ненормально. В качестве извинения могли бы сказать, заходите, мы и так здесь, и мы здесь и покушали, и вот выпили, и боулинг сыграли. Ну, в общем... Какое-то
не очень хорошее отношение к своим клиентам. Мы все в шоке от этого заведения, ребята. Боулинг 24 в Харькове. Ну реально, посчитали обслуживание отдельно. Абдуриловка, подробнее не скажу. Обслуживание отдельно, хотя у нас общий чек. Ну, как бы вообще, я в шоке. Обслуживания не чек, было. 29 гривен обслуживания. Второй 13, третий 3 гривны. Яна, сколько у тебя было обслуживания? Яна! Что? Сколько у тебя было обслуживания? 13,50. Ну, вот 13,50. У меня 2,50. Почему вообще разные, ну, суммы? Хотя должно быть одно. Он говорит, ну я сейчас, да, в качестве там бонуса пойду все узнаю. Нас реально обманули изначально. Заведение должно держать свою репутацию. В чем мы не правы? Ну вот в чем? Когда перед этим они все знали, что типа мы спрашивали. Да, мы не уточняли, но мы типа... Мы потеряли время, мы оставили им в общей сложности... Сколько в общей сложности мы заплатили за боулинг, за все? 1400 с копейками. Ну, 1400 с копейками. Ну, представьте. Они должны были держать свою репутацию, сказать, да, это ошибка нашей, там, нашего администратора или там нашей официантки. Он за всех отвечает, я так поняла. Девочка-официантка, наверное, новая, тоже не знает состава коктейля. Но это все, все так по чуть-чуть. Ну, но настроение уже испорчено, реально. Да, просто не понять, куда деньги. Четкости хотели, спросили, нам ответа не дали. Бред.